Курить здоровью вредить, а в самолете за это грозит еще и наказание. В аэропорту Махачкалы 21-летнюю девушку из Московской области оштрафовали за курение на борту воздушного судна. Командир авиалайнера сообщил полицейским, что один из пассажиров авиарейса курил в туалетной комнате. Девушку доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Размер штрафа за такое нарушение составляет от 500 до 1000 рублей.